нам удалось на сегодняшний день решить проблему, которая давно уже была, находилась в стадии решения в общественных организациях. Это в сквере пограничников предполагалось восстановить боевой вертолет, который участвовал в Афганистане. Вот нам удалось совместными усилиями попросить Министерство обороны, которое пошло навстречу нам, и оно в ближайшее время доставит этот вертолет, будет установлен.